А, слушай, заходил на канал Шурма Студиос, у него вышел новый видосик там, прикольно, короче, вообще, люблю его вообще. Смотрите, что люди не понимают, на самом деле, о кукурузе. Так это то, что вы не просто выращиваете кукурузу, вы растете вместе с кукурузой. Теперь, как кукурузный фермер, или некоторые люди любят называть меня Шепардом из шелухи. Никто тебя так не называет. Мистер Коннор, доктору Миллер нужен испытательный манекен, вы в центре биоопасности. Ой, слава богу. Не-не-не, парень, подожди, не оставляй меня! Я вижу, у вас есть диетическая кола там. Вы знаете, что там много кукурузного сиропа? Оу, да, здравствуйте, я доктор Миллер, а это доктор Маллиган. Мы ботанисты из отдела изучения грибкового исследования. Через несчастный случай с мухоловками с Венеры, в ботаническом крыле нехватка подопытных, вы можете простить меня за неудобство. Это круто. Это доктор Палазар, участковый юрист и ваш временный психолог. А что случилось с моим психологом? Он все еще в ловушке в кошмарном измерении? Правильнее будет измерение ночных ужасов. Это большая честь идти за с вами, мистер Корнелл. Ох, вообще-то я Коннор. Господи. Не говори со мной о кукурузе прямо сейчас. Коннор, извините. Ну, я здесь, если вам нужно поговорить. Формально или просто. И я обещаю, что не буду слишком приставучей. До тех пор, пока вы обещаете, что не будете телепатически пытаться тайно украсть мое тело. Ок. Мистер Коннор? Я, хочу что-нибудь выпить. Да, получить пиво и забыть все, что было, верно? Святое дерьмо. Результаты теста разнятся среди подопытных. Но мы еще ни разу не проводили эксперимент на ком-то с регенеративным бессмертием. Просто знай, что ты умрешь хотя бы один раз во время прослушивания этой песни. Да угадаю, это как поет Шурма? Мы тебя не слышим, но я уверен, ответ был забавный. И мы запустим музыку через 3, 2, 1. О, господи, надеюсь, это не навсегда. Интересно. Хорошо справляешься, Коннор. О, это все я? Растет немного буддийского дерьма прямо здесь. Скоро ты начнешь замечать разные виды животных, исходящих из твоего трупа. Их привлекает песня, так что не дай сломать им динамик. Ё-моё, что это ползет по мне? Боже, не приближайся ко мне. О, господи. Ты не получишь моих детей. Хорошо, можешь взять одного. О, не-не-не-не-не-не. Стоп, послушай, я не какое-то божественное дерево или лесной дух. Или то, о чем ты можешь подумать. Я просто парень, который является также деревом, которое не может умереть. Эй, чел, ты сделаешь это. Мы на самом деле делаем это? Должны ли мы в самом деле уходить? Я ухожу. Итак, вы утверждаете, что гуманоид вторгся к вам в разум и убедил вас, что вы хотите сбежать из лаборатории.
В это так трудно поверить? Но... Ну же, там гигантский слизняк снизу, что превращается в самое большое сексуальное желание. Это слишком? Подожди, оно трансформируется? Что? Еще не прошло 30 минут? Конор, вы можете сказать, если хотите сбежать. Я не должна записывать это. Эта способность довольно жуткая и темная, и они пускали вас через многие страшные испытания. Если вы чувствуете типа «Йоу, нахуй это!» и фантазируете побеги, то вы можете сказать мне. Я думаю, что я... об этом... Ну, это только начало. Озвучено проектом Шаурма Студио. Текст читал Шаурма, Беталист, Несерьезный Дарт и... Темная лошадка. Да. Спасибо за просмотр. Если вам понравилась анимация, подписывайтесь на автора. Ссылочка в описании. Если вам понравилась озвучка, подписывайтесь на нас. Ой, я сказал этот заученный текст. Какой ужас, да? Ой, ну чё, до следующих видосов, ребят. До следующих видосов. Всё, пока.